Молодец. Чтоб голову не разъедать. Пройди туда. Ты пишешь запись, нет? Уже давно. Давно? Давно? Да. Колечко мне оставь вот это вот. Оставь мне его. Блять, а это вот. Давай, сейчас не поймет еще. Давай спичкой. Да хуй, блядь, что зарвется, да? Да, блядь, нас сейчас окружат и выебут. Включай быстрее дым, блядь. Нам надо эвакуироваться, нас сейчас изнасилуют. Ну, Бартек, какая штука тут из них? Вот это шаршавый, да? Алло! Алло, нахуй. Хули мне нужно? Эй! Что ходишь? Бля, слишком далеко. Нас сейчас убьют, нас сейчас окружат, долбоёб, давай дым запускай. Да всё, блядь, нам спичками, значит. Держи колечко. Ставь его туда. А? Давай, ставь. А может, я попробую? Сейчас дождём 20 минут, всё равно. Вот у нас такой стропон белый, белодымный. Ой, блядь. Короче, нас окружили, благополучно изнасиловали и всех расстреляли. Спасибо Саниному дыму. Что, держи, снимай. Какая из сторон шершавая? Красная? Да? Да хуй знает. Наверное, серый. Есть крат. О, классник, кидай. Бля, далеко. Иди сюда иду. Стой. На, держи. Алло. Да. Уже ты снимаешь? Ну ладно. Я рюкзак вот беру. Ничего не видно. А вот стенка. А что, все? Уже пойдем. Загорел? Пойдем. Да. Выходи и сейчас обратно пойдем. Ебать. Аня, нормально. Горячий. Что-то как-то в этот раз он меньше дымит. А? Что-то в этот раз как-то мало дымит. Да. Проводка, а вот здесь вообще пиздец, нихуя не видно. Давай на улицу, посмотрим, как дым. Погнали.
Пойдем, пойдем. Где, блядь, дверь? Пиздец, нихуя не вижу. Ну так, вот не сильно, да. Может, через окно пойдем?